Всем привет, меня зовут Дмитрий Шимко, и в данном видеоролике я расскажу о союзе двух воздушных знаков Весы и Весы, два зодиакальные тезки. Очень интересные и достаточно комфортные союзы получаются, умеренные союзы получаются в таком тандеме. Единственное, что у любого человека, рожденного под знаком Весы, есть вот эти две категории, две чаши. То есть в одном положении он буйный, активный, и потом наступает какой-то другой период, когда он спокойный, неуверенный в себе, может быть, даже погружен в свои мысли. И вот в таком союзе очень важно, чтобы вот эти две составляющие гармонировали с партнером. То есть если у одного буйство, другой обязательно должен быть спокойным в таком положении. То есть вот уметь вот это вовремя расположить в себе вот эти тенденции. Иначе, если усугубляются обе сильные стороны в одну точку, такой союз может стать достаточно конфликтным. Особенно, если кто-то из партнеров доминирует особенно. Допустим, его дата рождения достаточно сильная и подавляющая другую дату рождения. Хотя, вот даже астрологи, уже не сговариваясь, считают, что это, пожалуй, один из самых мирных союзов, который может быть. Весы и Весы. Люди, которые все соизмеряют, взвешивают, с осторожностью подходят, как правило, к любому значимому поступку в их жизни. Пока один из представителей знака Весы, например, может сомневаться, другой к нему может проявить сочувствие, проникнуться в его проблемы. Но с годами приходит уверенность, конечно. Весы — это миротворцы, цель, миссия их жизни, как правило, это мир в сердца и умы других людей. Внедрять и вселять этот мир, находить порядок, законопорядок, законопослушность, правильность, ну что по их мнению и по моральным устоям вообще человеческим. Так, еще что хотелось бы сказать. Ну, часто знак Весы, вообще люди, особенно других стихий, могут обвинить его в какой-то непоследовательности. И это связано с тем, что он может или она достаточно долго раздумывать над каким-либо решением. То есть там, где человек уже принял решение, Весы могут в какой-то момент отступить назад, так как он еще не взвесил все за и против. И в этом смысле в союзе с Весами очень неплохо получается, так как они априори не могут всегда совпадать вот в этих положениях своих, то один обязательно придет в поддержку другому, в помощь другому, чтобы вовремя правильно принять решение. Именно Весы и Весы друг друга поймут, как никто другой. Но, естественно, как я уже сказал, если один кто-то доминирует по более сильной дате, то могут быть и разногласия, но, как правило, союзы, конечно, эти крепкие. Если это женщины, то это отменные хозяйки, матери, жены. Мужчина всегда надежный, то есть как надежный тыл, он никогда не оставит, чтобы за ним просто так тянулся шлейф каких-то недоделанных дел. То есть это очень важно, это очень важно для солнечного знака Весы, для типичного представителя Весы. Но, в принципе, сказать здесь можно гораздо больше, но так как это оценка солнечного знака по астротипологии, поэтому, пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Шимко, и удачи вам!